В каждом городе, где были гастроли, взяли за правило, стали делать прослушивание. Вот у нас едем по городам, и день концерта, 2 часа посещение музыкальной школы или колледжа. Они об этом заранее знают, организацию этого колледжа или школы, и готовятся. Для детей, для юношей, девушек это конкурс городской, музыкальный. И вот тот, кто побеждает, он получает путевку, абонемент в этот оркестр. Значит, это все участники оркестра, это победители местных конкурсов. Причем это не по записи, не по протекции, не по каким-либо еще какими-то там другими путями, это все именно прямую, вот лично мы, я со своим курсолетом слушаю. Вот. Ну, это родилось, все это уже материализовалось 3 года назад. В Сочи первый был концерт, когда было 39 городов, представители 39. Это, представьте себе, это и Сибирь, и Урал, и Юг, и Ростов, Ярославль, Сочи, Хабаровск и так далее.